Национальное собрание Армении во втором чтении полностью приняло изменения в закон о воинской службе и статусе военнослужащих. Правительство предложило повысить разные возрастные ограничения для рядового и офицерского состава. 40 лет действующего закона заменяется 45 годами, 45 лет заменяется 50 годами. Для младших офицеров 48 лет заменяется 52 годами, а для старших офицеров 50 лет 58 годами. Возрастной ценз для более высоких званий остался без изменений. Прилагается пропорционально увеличить возрастной ценз резервистов, заявил секретарь фракции «Просвещённая Армения» Георг Гаргисян. Законопроектом предлагается повысить возрастной ценз для прохождения контрактной военной службы до 63 лет и до 65 лет для военнослужащих в званиях генерал-полковник и генерал армии. Законопроект был принят во втором чтении 102 голосами при трех воздержавшихся.